Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 448. У сектантов главный козырь, что они не могут изменить свои духовные родителям. Если их Бог призвал у баптистов, то они уже не могут перейти к православным. Что отвечать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это касается не только баптистов, но всех и более всего беспоповцев-староверов. Доводы всегда вызывают не менее умные контрдоводы. Лично я являюсь свидетелем того, как в моем доме обращались к истинному православию баптисты, пятидесятники и другие. Вначале нужно в этих людях установить авторитет Библии и узнать, действительно ли они желают спасаться согласно Библии. Не нужно и вредно стремиться к победе над ними. Может случиться так, что Бог через них, как через Валаамову, ослицу откроет больше тебе, чем ты им. Если ты честный православный христианин, ты должен открыто сказать, что ты не прав был. Мне нравится позиция профессора Санкт-Петербургской академии, русского философа-идеалиста Владимира Сергеевича Соловьева. Он не боялся во время спора со студентами в аудитории признавать свою неправоту, и студенты отвечали ему любовью, переходящие в экстаз. Они на руках несли его по всем коридорам до ординаторской. Пример беседы Христа с Никодимом и Самарянкой. Как он обращал их в свою веру. Сираха, 3 глава, 26 и 27 стихи. Упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. Деяния, 17 глава, 11 стих. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяния, 28 глава, 22 по 29 стихи. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо грубело сердце людей их сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой.